Привет, друзья! Сегодня покажу вам, как можно сформировать горную сосну, чтобы она была пышная и красивая. А будем делать мы это способом прищипки вот таких вот свечек, когда наша сосна находится в периоде вегетации. Процедура эта совсем безболезненная для растения. Ни в коем случае нельзя пользоваться секатором, потому как вы повредите иголки, будет совсем не очень красивый вид сосны. Обломанные свечки мы не выбрасываем, а собираем. В конце видео я вам скажу, что мы из них делаем. Также мы можем скорректировать длину будущей веточки сосны. То есть, какая вам длина подходит. То ли подлиннее, то ли покороче. В общем, смотрим сами и выбираем для себя. Серединка, видите, вот как в прошлом году я его тоже так же корректировала. И посмотрите, что делает. Серединка начинает зарастать. То есть, куст будет пышнее. Такую формировку мы можем делать каждый год ранней весной, такую процедуру. Ну как ранней, вот чтобы свечи были именно вот в таком состоянии, в таком виде. Когда уже начнут раскрываться иголочки, тогда это уже будет поздно. Ну и так проходим по всему деревцу. Ну и теперь смотрите, вот средние свечки, они немного должны быть побольше, ну, чтобы был красивый вид самой сосны. А боковые покороче делаем. Тут, видите, уже начинают просыпаться на стволике новые веточки. Что же делать нам с этими свечками, которые мы обломали с нашей сосны? Это очень полезный продукт. А мы из этой сосны варим сосновый мед. Значит, на стакан вот таких вот свечек добавляем 2 стакана воды. Ставим на огонь, кипятим. И варим 10-15 минут. После этого снимаем с огня. Нам надо охладить, процедить, засыпать стаканом сахара. И уварить до половины. Затем достаем это все, сливаем в баночку и ложим в холодильник на 1,5-2 месяца. Использовать зимой в чай 1 чайную ложечку на чашечку. Всем не болеть. Всем спасибо и до свидания.